с вами Снежана, и вы на канале Снежан Снежок. И вы только посмотрите, что лежит у меня на столе. Это сокровище, это диковинка. Apple AirPods Pro. Сегодня мы их смотрим, распаковываем и изучаем. А также попытаемся понять, стоят ли они своих денег или нет. Ну что, погнали! А прежде чем мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайки и на меня в инстаграме. А теперь погнали! Что же такого профессионального может быть в наушниках, спросите вы. Ходили слухи, что AirPods Pro выйдут в 4 цветах, так как и новый iPhone Pro. Но нет, вот он белый цвет. В таком крохотном устройстве сочетается и элемент питания, и динамик, и процессор 10-ядерный. Плюс же здесь есть микрофоны, система активного шумоподавления. И при этом вес наушника составляет 6 граммов. AirPods состоит из пластиковой основы и резиновой вставки. В комплекте входит 4 штучки. В AirPods появилась новая кнопка, и она не сенсорная, она понимает только нажатие. Управляется AirPods так: одно нажатие включить музыку, два нажатия переключить музыку, три сжатия предыдущая музыка. А нажать и держать – это сменить режим шумоподавления. Эта кнопка не может выключить режим шумоподавления. Нужно воспользоваться телефоном. Обычно микрофон шумоподавления находится снаружи, а здесь он еще и внутри. А автоматический эквалайзер подстраивает все так, чтобы музыка звучала офигенно. А шумоподавление настраивается 200 раз в секунду, чтобы оно было всегда идеальным. Наушники также могут проверять посадку в ушах. Давайте же это и проверим. Это действительно самые популярные Bluetooth наушники, потому что они самые удобные во всем мире. Открываешь кейс, вставляешь в ухо, и оно автоматически подключается к твоему телефону. И вы начинаете слушать музыку. Тебе не нужно нажимать никакие кнопки. Ну что ж, давайте я покажу, как подключать их к телефону. Для этого понадобится наш телефон. Открываем наушники. И вот смотрите, что у нас выскакивает. iPhone сразу же предлагает настроить наушники AirPods Pro. Нажимаем «Подключить». И происходит процесс сопряжения. Ну, как бы все, наушники подключены к телефону. Смотрите, загорелась оранжевая лампочка. Управление шумом. Ну, как бы все, наушники подключены к телефону. Вуаля, как же это все быстро и просто. Вот у нас показано, сколько заряжен кейс, один наушник и второй наушник. Нажимаем «Готово». Все, наши наушники подключились. Наушники также могут проверять посадку в ушах. Давайте же это и проверим. Объясню, как это работает. Вставляем наушники в уши и заходим в настройки Bluetooth. Выбираем AirPods Снежана. Подключено. Проверка прилегания к ушам. Нажимаем. Нажимаем play.
красный музончик. Хорошее прилегание. Так, теперь нажимаем «Готово». А еще у этих AirPods есть очень крутая фишка. Если вы вставите наушники в кейс на 5 минут, то вы потом сможете слушать музыку целый час. Еще один плюсик. Они не боятся вашего пота и маленького дождя. Но то, что посильнее, я вам не рекомендую. И самый безоговорочный плюс, это то, что у этих AirPods есть беспроводная зарядка. Но так как я еще ее не купила, потому что я куплю и для телефона, и для часов, и сразу же для AirPods. Вот такой вот разъем наушников и провод. Зарядка. Также, ребята, смотрите, я купила вот такой вот чехольчик, давайте его и оденем. Он вот такой вот фиолетовый. Давайте оденем. Раз. И два. Все, смотрите, какой теперь у меня классный боксик. Фиолетовенький. Классно. Очень круто. Ну, а кому понравилась моя распаковка, пожалуйста, поставьте лайк, не забудьте подписаться на мой канал. Всем до встречи, всем пока, всех люблю! AirPods. AirPod. Pod. Air. Likey. Что ты сказал? Прости, я тебя не слышу через свои новые AirPods. Прости, пожалуйста, я хочу свои новые AirPods. Свой новый кейс для новых AirPods. Я всего лишь хотел спросить. Likey. Сказал